использовать балкон выше этажом, вмонтировали в цветочный ящик свою фотоаппаратуру. И только когда Паньковский выходил к подоконнику, раскладывал свои документы, значит, автоматически с помощью устройства, значит, выдвигался этот ящик и то же самое фотографировали. Ну и с помощью наложения вот, удалось прочитать текст, что он собирает. Под благовидным предлогом 找了一个体面的理由, 把片科夫斯基送到医院进行检查. Туда же 他的妻子也被请来了. С этого момента 这时候我们开始进入他的房间检查，需要尽快配置钥匙. 一切要做得既快捷又准确. В результате тщательного осмотра 仔细检查房间后, 在他的桌子里 找到一个暗箱, 里面藏有密码, 解码册, 相机, 以及片科夫斯基用别名办的护照. 很清楚, 片科夫斯基准备逃往国外. Стало ясно, что Пеньковский готовится уйти за границу. Была разработана операция по физическому задержанию Пеньковского в районе Государственного комитета, под прикрытием которого он работал. Началась заключительная стадия. Его надо было вывести оттуда. Вывел его один из руководящих работников комитета. Из здания, да. И потом, значит, под предлогом, что он какие-то документы забыл, вернулся, а Пеньковского оставил на тротуаре. Ну, в это время к нему я подошел сзади, и еще один сотрудник. Взяли его за руки, руки назад, а машина уже была наготове. Пеньковского задержали, причем задержали так, чтобы это не было известно широкому кругу лиц, и доставили сюда, к нам, на Лубянку. Мы знали, что через минуту на минуту к нам из квартиры будут доставлены вот вещественные доказательства, шифры, коды, фальшивый паспорт, да, другого фамилии с фотографией Пеньковского, фотоаппараты «Минокс», пленки к этим фотоаппаратам, экспонированные секретными. 但暗箱里最主要的并不是钱. Данным аппаратом агент американской разведки Пеньковский фотографировал секретные документы, фотопленки которых потом передавал сотрудникам Центрального разведывательного управления, которые работали в Москве под прикрытием посольства. 尽管上司警告过片科夫斯基不要留下任何对自己不利的证据，但他还是在这张小纸条上写下了各种暗语。35号电线杆黑色标记是最关键的字迹。片科夫斯基知道克克伯要知道他们的含义。 Пеньковский не признавал своей вины или своей причастности к иностранной разведке при минут 15, ну, самое большое 20. Потом он сказал, да, виноват, он действительно является шпионом и с этого момента желает быть таким же честным, каким он был и ранее. Сразу же он сказал, что был завербован в октябре 1961 года в Париже. Продолжение следует...
生活当中广泛普及，街边的咖啡店或者是公共图书馆里，随处都可以看见无线上网的人。而不久之前，美国中情局公布说呢，俄罗斯的间谍在街头联系的时候，就经常采取这样简单有效又不引人注目的方式。而回到发生在半个世纪前的片科夫斯基间谍案，那些最具价值的情报传递必须要伴随着双方重要人物的直接出场。在这家宾馆，片科夫斯基与他的英国朋友和美国朋友都见过面。在这儿，他交给他们有关苏联导弹及其他战略武器的资料，向他们透露了与他一起学习和工作上接触过的侦察总局人员的姓名，以及苏联情报部门所知的有关北约的秘密。他透露了很多东西，实在太多了。在秘密室，这位苏军上校还试穿过为他缝制的英军和美军上校服。Было принято решение, я считаю, что это решение правильное, считать, что Пеньковский выдал абсолютно все, что он знал и все, что он мог собрать по заданию иностранной разведки. По его характеру можно судить, что этот человек пошел в услужение иностранным разведкам не для того, чтобы выдавать по частям те секреты, а он продал себя противнику всего без остатка. Оказавшись разоблаченным, Пеньковский быстро прежде... Пенковский 暴露后，他很快招出了最近结交的朋友。他知道他面临着死刑的威胁，他交代了密码以及与莫斯科和境外美英情报人员的联络方式。反间谍人员从他那儿获知了一个用于紧急联络的密点，克克伯决定利用这个密点。Перед нами стала задача провести вместо Пеньковского комбинацию тайниковую операцию и задержать Вина в Будапеште. Утром 2 ноября 1962 1962年11月2日晨，密点行动开始了。В день закладки тайника Пеньковский должен был поставить метку на столбе номер черное пятно с 5-копеечным монету на столбе номер 35. Утром, значит, как я уже говорил, поставили метку. Ставил человек, который был загримирован под Пеньковского. Метку ставил человек. Потому что мы думали, а вдруг наблюдает из окон. После того, как Пеньковский заложит тайник, утром уже... Около 9 часов он должен был сначала позвонить по телефону 43-26-94, дождаться отзыва Дэвисон. Алексис Дэвисон. 阿列克西斯·戴维逊，美国驻莫斯科使馆医生，空军武官助理。Услышав отзыв, Пеньковский должен был повесить трубку, потом позвонить по другому телефону 43-26-87 и дождаться отзыва Монтгомери. Хью Монтгомери. 休·蒙特戈梅里，美国驻莫斯科使馆工作人员、情报员。Мы позвонили по этим телефонам, действительно, такие отзывы были. Вот два спаренных телефонных звонка утром, плюс черная метка на столбе 35, должна была говорить американцам, потому что там речь, жили в квартирах с этими телефонами американцами, что Пеньковский заложил тайник. Тайник находился на Пушкинской улице. 密点位于普希金大街女鞋店旁边的楼门洞里。Именно сюда контрразведчик. 反间谍人员就在那里放置了诱饵。Оставалось ждать. 剩下的就是等着人来了。
Richard Jacob. 理查德·杰克布，美国驻莫斯科使馆档案保管秘书。杰克布走进楼门洞，在暖气片上方探了探身。他刚把筐子拿到手里，反间谍人员就冲了进来。同一天还应当捉拿格列威尔温。Він знаходився в Бухаресті, а затем переїжджав в Будапешт. Мною було винесено постановлення о аресті Віна, получена санкція на його арест і получено письмо генерального прокурора СССР Руденко на ім'я генерального прокурора Венгерської Народної Республіки о задержанні Віна і передачі нам. Венгерская сторона выполнила просьбу Советского Союза. 匈牙利方面同意了苏联方面的请求。根据苏联与匈牙利关于民事和刑事案件司法条约，温于1962年11月2日在布达佩斯被捕，并转送莫斯科。案件起始于1962年10月22日。结案于1963年3月26日。Судимый Пеньковский, вы понимаете, в чем вы обвиняетесь? Да, я полностью понимаю, в чем я обвиняюсь. Признаете ли вы себя виновным? Да, я себя признаю виновным. Садитесь. Подсудимый Вин, вы понимаете, в чем вы обвиняетесь? Yes, I do. Признаете ли вы себя виновным? I plead guilty, but with certain reservations, details of which I will give in my statement. 11 мая. 5月11日，法院作出判决。判决。Военное коллегиум Верховного суда по СССР приговорило Винна Кирилла Майорка признать виновным в шпионаже, лишить свободы на 8 лет по бывании первых 3 лет в тюрьме, а последующих в колонии строгого режима. Пеньковского Олега Владимировича признать виновным в режиме Родины.根据法院裁决和苏联外交部对美国和英国使馆的抗议声明，12名美英使馆人员被宣布为不受欢迎的人，其中包括罗杰·里克和安娜·齐兹霍尔姆夫妇、阿列克西斯·戴维逊、修·蒙特格梅里、理查德·杰克布，他们都被驱逐出了莫斯科。片科夫斯基曾经写下了一个很特别的声明，请求放他出境。他说呢，他可以利用国外间谍机构对他的信任来完成任何任务。如果他不回来，或者是没能完成任务，克格勃可以枪毙他的家人。不过这个要求被克格勃无情地拒绝了。在片科夫斯基被执行枪决的一年之后，同案的英国特工格列维尔温被释放回国，克格勃呢用他换回了一名被西方抓捕的特工人员。在克格勃的眼中，特工可以换回特工，但是叛国者是永远不会用来交换的。直到今天，美俄双方在彼此军情领域的谍报暗战从未停止过。2010年7月，这一次交换间谍的名单里呢，就出现了曾经掌握俄罗斯核武器发展计划的一个重要人物。感谢各位收看今天的凤凰大视野，明天见。